парни и девушки, которые организовали весь этот замечательный турнир. Присутствие, конечно, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны здесь и блокадников, и Совета ветеранов. Турнир, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Полдина Ивана Семеновича. Знаете, турнир неожиданно очень высокого уровня. Я сначала увидел тут своего знакомого, причем спортсмена, мастера спорта международного класса. Я говорю, ну как ты, в финалах, в призах? Он говорит, нет, я не пробился. Я вокруг бил глаза, говорю, а что тут такое происходит? Турнир по уровню, ну, как некоторые схватки стали бы украшением чемпионата мира. Реально. То есть очень высокий уровень спортсменов, высочайший просто уровень спортсменов. Очень динамично прошло все. Мне очень понравилось. Самое главное достижение турнира – это присутствие ветеранов. Я считаю, что это достижение номер один. Они с интересом смотрели. Он не затянут. Он очень динамичный. Люди не устали. Предварительные схватки провели сразу. Вышли только финалы. И людям даже не специалистам, не профессионалам было интересно. Учитывая, что люди в возрасте, уже ветеранам многим за 90. И прям глаза горели, они были рады. И у меня прям очень хорошее настроение. Спасибо организаторам. Друзья, поддерживаем, даем советы, аплодируем. Гладко за третье место, очень важный поединок. Сегодняшнее мероприятие, на мой взгляд, абсолютно потрясающее с точки зрения профессионального уровня спортсменов, во-первых, которые выступали, и уровень мастерства очень высокий. Здорово, что это не просто само по себе проходящее спортивное мероприятие, которое имеет
ярко выраженную патриотическую, еще ко всему прочему, направленность и присутствие, конечно, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны здесь, и блокадников, и Совета ветеранов. Я сидел вместе с ними рядышком, они искренне болели, и мне кажется, что еще немного они бы сами стали выходить уже и принимать участие. Вообще, в принципе, люди пожертвовали сегодня просмотром эпического матча по хоккею между Россией и США и выбрали это мероприятие. И мне кажется, они не пожалели, потому что здесь накал страстей был никак не меньше, если еще и не больше. Поэтому... Уникальные, они позволяют работать борцам из базовых видов борьбы, к которым мы привыкли. Но я надеюсь, что скоро грэпплинг будет базовым видом борьбы для всех. Мне так кажется. Так, судьи готовы? Судья хронометрист. Поаплодируем, поддержим. И самбист сделает свой любимый прием. Приземление кило чисто, самбистская техника. Все значит. Поаплодируем спортсменам. Красивый, мощный, патриотичный поединок. We'll be right back.
самый важный момент, то, чего все очень долго ждали. Мы награждаем наших чемпионов и призеров. И сейчас я прошу, в награждении будут участвовать наши почетные гости.